Ну и вот настал тот интересный момент, тот знаменательный час лютой ебанины со всякой олдскульной хуетой, со всяким экшоном, со всякой жестью. Ну я думаю, подписчик с тобой оценит. Да? Да, я знаю, Котян, твердый извращенец. Старые олдскульные игры. Короче, пришлось перезаписать, потому что, блядь, какая-то хуйня случилась. Пришлось перепройти, перезаписать. Враги уже все другие, короче. И у меня, короче, тут... теперь все по одному раунду. И это уже последний противник, кстати. Завалил. Элис. Битый час прошел. Вот, блять, наконец-то я добил эту тварь. I never give up. Чё? Еще кто-то? Oh.
Короче, тут даже в конце показано, какая суператака должна быть. Ну, короче, это первая часть. Так что всем спасибо, всем пока. Играйте в хорошие игры. Я не умею играть в это говно.